Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас... Ой, ой, что это? Что происходит? Кто не Нет, 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 помогите! Стоп. Где я? Это не Star Stable. Куры. Стоп. А я кто? У-ля-ля. А как это? А в смысле, а что за Дикий Запад? Курочки какие-то. А где моя ССОшная мадама? Мистер, вы не подскажете, куда я рухнула? Он молчит. Где же я? Да, ребятушки, случилось чудо. Я оказалась в самом неожиданном месте в Red Dead Redemption Online. Вот таким вот замечательным началом. Думаю, нужно начать с того, что меня пока что от ССО отделяет лишь одно отличие, которое нужно срочно исправить. Это нужно иметь коня. Здравствуй, моя Аника, которая случайно, по-моему, все-таки оказалась жеребцом, когда я его купала. В чем суть, ребята? Я решила попробовать снять видео в Red Dead Redemption, и выяснилось, что мой комп в данный момент с новым видеоредактором спокойно все тянет, любую запись, и я очень этому рада. Так что будем с вами иногда встречаться, и будете наблюдать мои разные видосики именно по Red Dead Redemption. Точно их будет 3 штучки, включая этот. Ну, что же, в первую очередь, так как, может быть, кто-то не в курсе из Red Dead Redemption, это такая сюжетная игра, связанная про Дикий Запад, которая является а-ля первой частью, а первая часть Red Dead Redemption является ее как бы продолжением. В принципе, точно так же, как снимали «Властелин колец» за «Хоббит», если кто-то в курсе. Вот. Ну, к сожалению, пошел дождик, давайте я переберусь в амбар. Я же не играю в сюжетную линию, я играю именно в онлайн-версию, которую можете спокойно приобретать отдельно. Она стоит, по-моему, по скидке 600 рублей. Без скидки я не помню, сколько она стоит, но я ее везде покупала, когда она входила в комплект Делюкса. А потом уже ее можно было купить отдельно, и я по скидке купила ее отдельно на второй аккаунт. Да. Ну, разумеется, про всякие стрелялки я здесь снимать не буду. Это не мое направление. Про всякие миссии и задания тоже снимать ничего не буду. А вот про наших любимых друзей-лошадок, которых мы так любим на нашем общем ССОшном направлении, я как раз и буду здесь снимать. Буду рассказывать, что да как, сколько можно здесь иметь лошадей, что можно делать на них, как можно развлекаться с нашими лошадками во вселенной Red Dead Redemption. А если кто не в курсе, то целая карта у нас есть для Red Dead Redemption. Она очень большая. Я надеюсь... Да, вот она загрузилась. Она очень большая. Тут несколько биомов. От пустыни до болот, от болот до зимы и до зеленых лугов. Все это есть в одной этой игре. И благодаря онлайну мы также можем встречаться с друзьями и заниматься какой-нибудь веселой фигней вместе. Да, так что ожидайте, скоро будут выходить несколько штучек таких видосиков. Если у вас есть предложения, кстати, на тематику и на тему каких-либо видео, которые я могла бы отснять в Red Dead Redemption, то, разумеется, пишите комментарии под этим видео, я с радостью их почитаю. Так что вот такое вот маленькое вступление того, что же ждет нас дальше на моем канале.
А я на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. И еха! Хороших вам перестрелок!